Привет, друзья! Мы в прямом эфире. И тема нашего эфира... Так. Хочу прикрепить комментарий. Вот, все. Тема нашего эфира – это розыгрыш, чай с переходом в так... Просто общение, ответы на вопросы. Эфир спонтанный. Поэтому присоединяйтесь и скоро начнем. Друзья, всем привет! Привет! Смотрю, присоединяются. Давайте чуть-чуть подождем и начнем. Да, все, привет. Вчера, как вы помните, был большой прямой эфир с Еленой Реуновой. Он был в Инстаграме, на Ютубе. И назывался он «Переход в новую реальность. Год спустя. Что происходит сейчас?» Напишите, пожалуйста, я сегодня буду активно с вами взаимодействовать, потому что эфир только в Инстаграме идет, поэтому плюсики, минусики, пожалуйста, мне ставьте в ответ, пишите ответы, потому что сегодня мне именно хочется пообщаться с вами, просто пообщаться, да? Мы можем учиться, можем проходить какие-то курсы, а можем просто душевно поговорить, да, как подруги, как друзья, как единомышленники. У меня сегодня чай, а у вас? Наливайте себе чай, берите вкусные печеньки и начнем. Вчера, если пропустили, эфиры есть в записи, есть на YouTube-канале, есть в Инстаграме. Все это у нас есть. Кофе. Чай-кофе. Кстати, я очень обожаю кофе. Я кофеман, и многие задают вопросы, не вредно ли кофе. Друзья, кто думает, что кофе вредно, напишите, пожалуйста. У меня арбуз, у меня шоколадка, вишневый суп. О, все себе, вишневый суп, круто. Вот. Ну, я ограничиваю, кстати, себя в кофе. Хоть и я его обожаю, но все-таки я предпочитаю 1-2. Одну кружечку в день. Вот. Не знаю, вредно или не вредно. Я вас спрашиваю. Крайне полезно, вот. Так, ну все, начинаем, да? Салат из помидоров. У нас с вами есть розыгрыш. Эфир будет построен таким образом, что в нем не будет структуры. То есть у нас обычно структурированные эфиры, то есть это когда сначала мы какую-то тему раскрываем, потом отвечаем на вопросы. Здесь структуры не будет, потому что я именно хочу пообщаться, попить с вами чай. Итак, розыгрыш. Вы, наверное, помните, кто внимательно следит за нашим аккаунтом, а может быть и не очень внимательно, то был вот такой вот пост. И мы разыгрывали печатные книги переходов так. Помните, да? Разыгрываем мы их крайне редко, поэтому кто успел, тот молодец. У нас 456 комментариев под постом, соответственно, столько и участников конкурса. По этому посту мы выберем 2 победителя. Вот. Напишите, кто участвовал, а кто не участвовал. Поставьте плюсики, кто участвовал, и минусы, кто не участвовал. Вот. Будем выбирать победителя с помощью специальной программы для розыгрышей Лиза on Air. Так, добрый вечер, добрый день. У нас тут география большая.
Так, копируем ссылку, вставляем ее с помощью в эту программу. Ссылка вставлена. Мы выбираем по комментариям победителей среди наших подписчиков. Так, проверка подписки делаем. Так. Угу. И нажимаем кнопку «Старт». Вот идет анализ комментариев в программе. Сейчас мы посмотрим, кто же у нас будет первый победитель. Первый победитель. Так. Добрый вечер, да, наверное. Много кто смотрит. Так, есть, есть. Книгу печатную отправляем всем, кто у нас находится в России, бесплатно, за наш счет. Все, кто за границей находится, может выбрать или отправку печатной книги, или может поменять на электронный или аудио вариант. Кстати, опс, первый победитель С. Фурманова, я так понимаю. Вот, смотрите. Видно? Вот, видно. Но я заскриню, потом еще мы сделаем в посте победителя огласим. Так, дальше что-то у меня телефон сегодня развлекается. Второй победитель тоже будет в этом же посте выбран среди авторов этого же комментария. Так, выбираем среди комментариев второго победителя. Убираем. Кстати, книгу можно поменять, тоже будет на любой марафон, который есть у нас на нашем сайте. Переход в так.ру в разделе «Марафоны и вебинары». Вот, идет выбор второго победителя. Да, мы тоже поздравляем. Я, кстати, помню случай, когда одна девушка у нас выиграла подряд две кружки. Она загадала себе выиграть кружку от переходов так. Один раз выиграла. И тут же, на следующей же неделе, буквально у нас проходит так розыгрыш. И эта девушка выигрывает вторую кружку. Я говорю, как так? У нее спрашиваю. Она говорит, я загадала себе выиграть сервиз. Вот. И еще я хотела, кстати, рассказать одну историю, которую мне с утра прислала тоже наша подписчица. Мы с ней занимались на индивидуальных консультациях, и она вот мне периодически рассказывает о своих результатах интересных. Сейчас мы... Так, есть второй победитель. О, Иринка, моя подружка, представляете, выиграла. Моя любимая подружка из города Копейска. Ирина, ты звезда, я тебя поздравляю просто. Выбрала тему 2. Я за всех за вас радуюсь. Но эта девушка, это моя подруга. У нее просто тоже великолепные результаты по будилке. Она прошла, она сделала ее очень быстро. Я даже не ожидала, что она ее сделает. Как в принципе, но она ее очень быстро сделала, и сейчас просто так волшебничает, так фиячит. Я очень рада за всех, кто выигрывает. Так, смотрите, вот под этим постом я копирую ссылку. Здесь уже меньше комментариев, 84, то есть и шансы выиграть у тех, кто комментирует, соответственно, возрастает. Да, подружка у меня, конечно, фея. Да вы все феи. Я просто сегодня тему эфира такую еще немножко взяла. Это вот такие какие-то случаи, да, когда происходило, ну, что-то фантастическое, такое сказочное, загадал и получилось. То есть я вот рассказала вам про кружку, девушка рассказала, у нее получилось. Сейчас еще расскажу случай про дорогу. С подписчицей, с моей, с кем я консультации проводила.
Так, сейчас, секунду. Все, идет анализ комментариев. О, победитель быстро, видимо, комментариев мало. Итак, это Артемонова. Артемова. Ната 88. Вдохновляющий результат. Здорово. Благодарю, что поделились. Все, скриним. Поздравляю. Кстати, вот этот пост, под которым мы сейчас разыгрывали, мне невероятно понравилась эта история, и кто не видел, почитайте, пожалуйста. Это у нас на курсе раскрытия программ рода и поколений. Девушка поделилась своим открытием, своим, скажем так, инсайтом, сейчас модное слово, когда она пишет, что у нее сначала ничего не получалось, и она удивлялась, как это так, у людей такие хорошие результаты по будилке, а у нее результатов нет. И вдруг она вскрывает какую-то свою одну единственную программу, и на нее просто сыпятся подарки от Вселенной, и она видит мгновенные результаты. Когда ей позвонила начальница, которую она прописывала, которая не платила 4 года ей зарплату, которая скидывала все ее телефонные звонки, и вдруг после того, как она вот эту программу вскрыла, прописала, да, изменила ее, вот это называется изменение программы в моменте. И вдруг эта начальница этим же вечером ей звонит и предлагает ей новую работу и говорит, что заплатит ей все, что она была должна. Представляете? Вот это вот называется изменение программы в моменте. Вот это чудеса. И у нас отзывов достаточно много идет, и они примерно такого плана, что девочки, как с вами круто, какое волшебное настроение, у меня все получается, вот такого, я вас благодарю и так далее. Но тут именно конкретно, что человек сделал конкретно, что, какой он результат получил и какие эмоции при этом испытал, то есть именно результат описывает. Друзья, если у вас вот есть какие-то такие волшебные истории, когда вы получили именно какой-то конкретный результат, я просто буду вам очень благодарна, если вы будете мне присылать их в личку, я буду вот точно так же размещать их в наших аккаунтах, потому что люди действительно читают вас, смотрят и вдохновляются вашими результатами и получают потом свои собственные результаты. Потому что так можно. Так, друзья, следующий идет пост, это вот этот. Как выйти замуж? А теперь я с вами немножко хочу пообщаться и спросить. Друзья, если вы замужем, поставьте, пожалуйста, плюсик, а если не замужем, поставьте, пожалуйста, минусик, а если вы мужчина, поставьте, пожалуйста, единичку. Посмотрим, насколько это актуальная тема, потому что почему мы сделали такой пост и хотели даже сделать какой-то специальный эфир на эту тему. Сейчас я расскажу, какие-то вопросы ваши поотвечаю. Потому что очень много запросов, как найти мужчину, как выйти замуж, как найти именно партнера, как создать союз. Так, смотрим. Ну вот, классно, плюс-минус. Называется, не знаю, да, то ли я замужем, то ли нет. У меня так было постоянно, с детства очень-очень исполнялось, но бывало, что не исполнялось. Наверное, там нарушала экологию, еще не понимая до конца, но по чуть-чуть. Все узнаю с будилкой, и очень все волшебно. Да, в детстве, кстати, мы часто... Дети вообще очень интуитивно чувствуют вот этот тонкий план, интуитивно чувствуют... как мыслью передать сигнал на исполнение своих желаний. Девочки, у кого есть дети, вспомните, когда они были маленькие и говорить не умели. Мы же их все понимали. Мы понимали без слов, что ему конкретно надо, правильно? И исполняли их желания. Так,
Я еще такая мамашка, что у меня все, что дети попросят, они получают. У меня вообще очень. Ну, у меня разумные, во-первых, дети, они, ну, не просят многого, да. Но все, что просят, они получают. Умеют. Умеют попросить. Итак, смотрим. Как переслать в личку? Это здесь, в Инстаграм. Да, друзья, если у вас есть вот такие истории, у нас есть победитель. Если у вас есть такие истории, которые именно с результатом было, стало, получило, да, присылайте в личку в Инстаграм, будем публиковать. Итак, поздравляем следующего победителя, Светланочка Лобанова. Вам книжечка летит, ну или все, что вы выберете. Скриним, открываем. Светланочка Лобанова, вот если вы не замужем еще, то вы выиграли книгу в таком, под таким постом, что точно скоро выйдете замуж. Что делать, если замужем, да, человек уже? Так, плюс-минус. В гражданском браке кто-то. У меня все стало исполняться. В детстве нет, но я знаю, почему хочется и дальше, как сейчас. Значит, будет. Во многом изменения, просто восторг. Супер. Так, да, изменения есть, когда вы меняете свою мысль, когда вы меняете свое сознание. Тогда изменения точно будут. Так, следующий пост. Называется он «Помогите нам». Так, как мне с него ссылку взять? А, вот, все, есть. А, мы сколько уже? 4 книги разыграли, да, с вами? Вношу ссылку. К сожалению, недавно стала вдовой. Да, это действительно, к сожалению. Но это показатель, что вы выиграли в таком посте, что у вас еще жизнь впереди. Да. Я не замужем и не хочу, это нормально. Вопрос. Да, это абсолютно нормально. Абсолютно нормально не хотеть замуж. Имеете право. Следующий победитель. Поздравляем. Так. Путиева Алена. Скриним. Поздравляю вас. Поздравляю вас, Алена. Так. Все. С Инстаграмом мы закончили. И у нас есть одно видео на Ютубе, в котором мы тоже делали розыгрыш. Друзья, а кто знает, что у нас есть канал на Ютубе? Наверное, все, да? Пишите плюсики, кто знает, и минусы, кто не знает. Да, вот Светлана говорит, я верю, все будет хорошо. Вот правда, ваш сегодняшний выигрыш – это как отклик от Вселенной. Вы знаете, да, что есть знаки. Допустим, вы что-то загадываете, и идут какие-то позитивные знаки от Вселенной, от мира, от людей, подтверждения. Это значит, что вы точно на верном пути, у вас точно все будет прекрасно. Ой, все знают, что у нас есть канал на Ютубе. Многие спрашивают, с чего начать переход в ТАГ. С канала на Ютубе можно. Там очень много видео. Все видео бесплатные. На всех видео мы ничего не скрываем, все рассказываем. Вот Лена, то, что дает Лена, она единственное, что иногда не добавляет, что это техника, это практика. Но сейчас уже начала говорить, что это техника, запишите, это практика, техника. Каждое видео, даже если вы просто будете смотреть эти видео, вы уже выйдете на совершенно иной уровень мышления, потому что каждое видео, оно немножко подрасширяет видение. Итак, брак или счастливый союз. Под этим видео, вот под этим.
Так, а если негативные знаки, как принять? Так, слушайте, про негативные знаки очень классный вопрос про негативные знаки. Все негативные знаки мы можем обернуть в свою пользу. Есть два аспекта, да? Первый аспект, допустим, если вы что-то загадали, и вам попадаются постоянно какие-то красные сигналы светофора, то есть это образно говоря, что это, ну, не обязательно это может быть красный сигнал светофора, это может быть запертая машина во дворе. У меня у подружки был один раз такой случай, что у нее заперли машину, и она просто выехать не могла со двора. Вот, ну, я ей тогда сказала, ты понимаешь, что, может быть, тебя это как-то оберегает, спасает, защищает от того, что тебе не надо сегодня никуда ехать. Вот, а надо именно в этом месте остаться. Возможно, это с одной стороны негативный знак, да, но с другой стороны может быть являться подсказкой. Например, вы что-то задумали, и у вас идут какие-то красные светофоры на пути. Один светофор, можете пропустить два светофора, но когда уже третий светофор включается, то все, уже разворачивайтесь, это не делайте. Значит, не надо вам туда, куда вы загадываете, или не надо вам именно в это время, когда вы туда торопитесь. Потому что, допустим, подожди вы год, все таким образом перестроится для вас, чтобы вы получили свое желание, и Вселенная подтянет все ресурсы, закрутит такой необъяснимый клубок, сплетет туда все, кто должен быть в этой истории, кто желает быть в этой истории с наибольшей выгодой, но, допустим, сегодня не время, да? Время будет через год, и вы получите наилучший результат. Отпустите желание, и оно исполнится наилучшим для вас образом. Ну и второй аспект с негативными знаками. Их можно переговаривать. Например, вы куда-то идете, торопитесь, а вам кошка черная переходит дорогу. Напишите, как можно переговорить это, что кошка черная переходит дорогу. Вы у меня уже продвинутые товарищи. Так, я верю, что напишите правильно. Так, а я пока сделаю постик. Ой, не постик, все у меня с постиками. Розыгрыш, розыгрыш на Ютубе. Итак, я выбираю на Ютубе проверку комментариев, вставила ссылку на пост, и проверка подписки. Нажимаю на старт, идет анализ комментариев. Сейчас у нас будет с вами... Опс! Уже есть такой звук. Шестой победитель и шестая книга. Я еще раз говорю, что вы можете поменять книгу на какой-то марафон из раздела «Марафоны и вебинары». Итак, Катя Ковтун. И комментарий звучит так. «Благодарю. Всегда, когда у меня возникает вопрос, мир посылает мне ответ. Девочки, успехов вам и новых свершений». Вот, понимаете, прямо в тему того, что о чем мы сейчас с вами говорили. Ответ от Вселенной. Мы даже такой комментарий с вами прочитали сейчас. Так, друзья, я смотрю, что вы написали. К удаче, черная кошка, да. Черная кошка к светлой радости, к счастью, к деньгам, к счастью, к удаче. Кошка идет по своим делам. Все наоборот, черной кошке не везет. К удаче. О, мне сегодня повезет к деньгам, к выигрышу. Так, ну все, классно. Кошка черная удача несет. У Лены есть история про черную кошку. Она, по-моему, рассказывала где-то, да, на прямых эфирах, что она загадала, что каждый раз, когда она видит черную кошку, она получает 1 000 000 рублей. И все, она перестала видеть черных кошек. Так, поздравляю всех победителей. Да, и я тоже поздравляю всех победителей. Итак, друзья, а теперь давайте, может быть, по вопросикам, если есть какие-то вопросики, я отвечу.
ждала, чтобы получить права и купить машину, 16 лет. И тогда все сплелись и закрутилось. Теперь понимаю, что раньше был другой взрывной характер, спокойно водить я бы не смогла. Да, у меня такая же история была с одним крупным желанием, когда я хотела-хотела, и целый год я не получала результата. А потом, спустя год, я получила все, что хотела, и даже больше. И при этом я поняла, что мне мир подготовил невероятный сюрприз. И именно в это время мне то, что я загадывала, было гораздо нужнее, чем год назад. То есть прям вот все невероятно случается, невероятным образом, когда мы соблюдаем экологию отношений. Кстати, друзья, вчера был прямой эфир для участников будилки, для расширенного курса. Он у вас есть в записи, в личном кабинете на нашем сайте. Вы зайдете в самом первом разделе, у вас есть ссылка на прямой эфир. Заходите. У вас, кстати, там есть задание, которым этим заданием я хочу поделиться и со всеми остальными. Готовы записать задание? Задание очень интересное. Возможно, кто-то из вас уже делал, а кто-то услышит об этом впервые, кто-то слышал, но не делал. Я еще раз говорю, что все техники переходов так, они очень простые, их просто надо делать, записывать. В основном это все связано с тем, что мы пишем. Вот, если готовы, поставьте плюсики, я вам расскажу задание для всех вас, которое надо сделать сегодня, завтра. Так, про экологию отношений побольше бы примеров, окей? Расскажу. Не смогла посмотреть эфиры за разницу по времени. Ну, смотрите, пожалуйста, на личном кабинете. Эфиры по будилке сохраняются 72 часа, поэтому времени не теряйте, бегом смотрите эфиры. Кстати, вчера был очень-очень-очень полезный эфир, поэтому всем посмотреть обязательно. У нас каждый эфир полезный. Все, готовы. Итак, вам надо написать 100 радостей. Это было задание для участников будилки, теперь это задание и для вас. Для чего написать 100 радостей? Часто бывает такой вопрос, или у меня там, ну, когда у меня в жизни плохо, это одна история, да, тем обязательно эти 100 радостей писать. А бывает, когда человек говорит, сейчас я поотвечаю на вопрос потом позже. А бывает, человек говорит, у меня все, в принципе, хорошо складывается, но нет какого-то счастья в жизни, да, нет радости, я не могу найти эту радость в жизни. И тогда вам тоже обязательно делать это задание. У кого в жизни все прекрасно, все хорошо, фонтан эмоций, чувств на всех фронтах все складывается отлично, то вам тоже обязательно писать это задание, потому что мы делаем? Мы всегда улучшаем. Так, предвижу ваши вопросы, потому что вчера их очень много было. Как писать эти 100 радостей? Вам надо написать примерно такие фразы. Меня радует теплая чашка кофе по утрам. Я радуюсь пижамке. Я радуюсь великолепной новой машине. Меня радуют цветочки на улице, на которые я смотрю и восхищаюсь. Меня радует солнечное небо. Меня радует дождик, который капает на мое лицо. И это могут быть большие радости, могут быть маленькие радости, могут быть средние радости, без разницы. Маленькие даже лучше, накидывайте их побольше, побольше. И когда вы будете брать чашку кофе с утра, да, которую вы прописали, вы будете не просто ее
выпивать и бежать дальше делать дела, вы будете понимать, это моя радость, я радуюсь, это меня радует. И вот так вот каждый раз потихонечку-потихонечку вы, во-первых, начнете воплощать свои желания, а во-вторых, вы начнете радоваться. А как мы уже говорили, что радость – это то, что исполняет все наши желания. Так. Марина, благодарю, я тоже так решила. Хотелось, правда, поплакать, что все планы рухнули. Потом вспомнила, что Лена говорила, что надо радоваться. И даже отметить это, попросила мужа купить торт. Все, великолепно. То есть смотрите, как мы перестраиваем свои реальности. На этом вопросе очень наглядно можно это увидеть. Например, с вами случается какая-то неприятность, и планы рухнули. Ну, я не говорю сейчас о глобальных, да, каких-то неприятностях, давайте мы про это не будем говорить, но и тут та же самая схема применяется. Вот, планы рухнули у человека. И что девушка могла бы сделать, да? Она могла бы уйти в уныние и упасть, скатиться на низкие вибрации, скатиться в уныние, в сожаление, в претензии, почему это случилось со мной, почему не так, как я хотела, да, и все, и закрыть себе поток, скатиться в линию жизни, где у нее будет все только хуже и хуже. Вот. Но если у вас случается какая-то там вот неприятность, планы рухнули, мы тут же можем все изменить. Человек – это творец, это заложено внутренне, это механизм такой у каждого из нас, это вот просто неотъемлемая часть конструкции человека, что он творец. Итак, девушка задает намерение свое, да, то есть формулирует, что будет у меня все, еще даже лучше и в лучшее время, не знаю, вот эта фраза волшебная, да, наша любимая, не знаю как, не знаю что, но будет так, как лучше для меня и тех, кто рядом, добавляете эту приписочку. Вот, и тогда все сложится наилучшим образом, и вы перейдете на лучшие линии жизни. Так, радости, которые сейчас у меня, или что хотела бы, и которые сейчас, и которые хотели бы. То есть, и какие были бы, допустим, меня радует море, да, солнышко, ветерок. Все это пишите. То есть, и какие сейчас, и какие хотели бы. Все будет очень быстро исполняться. Так. Почти все вопросы одинаковые, ответила. Благодарю, Мариночка, благодарю. Я сегодня очень радовалась, когда бабочки возле меня летали и поднимали настроение. Я улыбалась и говорила: благодарю феечке, что меня всегда веселите. И я сейчас всем вам радую. Классно. Так, Марина, а что с курсами? Вчера пакет 5 по цене 3 стоил 1600, а сегодня значительно дороже. Так, с курсами нет, мы цены не меняли, ничего с ними нет. А, друзья, те, кто еще не знали, давайте я вам, с вами поделюсь еще, расскажу, что за пакеты есть. А, вот он, комплект вебинаров. По цене 1800, вы, наверное, ошиблись, он был всегда 1800. 5 по цене 3, вот. У нас по 600 рублей вебинары, все, вот, все верно. А, то есть, смотрите, в разделе акции на сайте, ссылка из шапки профиля, мы сделали 2 дня распродажу всех марафонов, которые у нас есть, и сделали комплекты из курсов. Давайте, были вопросы, я выше тоже видела, отвечу на них. То есть вы можете полистать здесь и выбрать то, что вам больше лежит по душе, по цене, там, по внутреннему вашему чувствованию. То есть вебинары, тут их 5 штук, и они по цене 3 идут. Комплект супермарафон, это все наши, сколько тут уже их, 7, наверное? Да, 7 марафонов.
Один мы не продаем марафон, это марафон про деньги. Вторая часть про деньги и признание. Марафоны все вот тут со скидкой 50% идут. И еще, если вы берете полный комплект, то есть все сразу вместе, то еще минус 20% на пакет. Ничего с ними не случилось со скидками, так что все в порядке. Так. На будилку скидок нету на этот раз. И таких больших скидок на будилку никогда нет. Вот. Дальше я расскажу вот про этот комплект «Материализация». Он сейчас со скидкой 50%. Вот этот видеокурс «Материализация желаемого», который здесь основной в этом пакете, он был основан на марафоне 6900. Вот сам курс стоит, а целый пакет, то есть там еще много-много всего, стоит даже дешевле, чем сам курс. Так, про мамочки сейчас скажу. Дойдем до мамочек. Вот, комплект «Материализация». Тут как видеть мысль, как ее воплощать. Тут очень подробно раскрыта техника «Я слышу, я вижу, я чувствую». Потому что с помощью этой техники очень многие уже исполняют свои желания. Там она дораскрыта подробнее. Курс ведет Елена Реунова. В этом курсе есть, почему желания не исполняются, почему что-то не входит в мою жизнь, что такое экология отношений, да раскрыто, да, какие-то нюансики, моменты, как правильно загадывать желания и с конкретными заданиями. То есть основной модуль — это 10 уроков, и там прямо на каждый урок идет задание «сделайте, получите результат», «сделайте, получите результат». Дальше. Вот комплект «Мудрость». Спрашивали про мамочки. Видел курс «Мамочки. Нейтрализация программ поколений». Здесь больше 6, по-моему, 8 прямых эфиров, больших, больших прям прямых эфиров. Каждая встреча у нас 2-3 часа была, насколько я помню. Надя, поправь меня. Надя нам помогает сегодня в чате от будилки. Вот. И в «Мамочке» подойдет всем, у кого есть дети, от таких вот маленьких, да вообще великовозрастных, потому что там раскрывалось и взаимодействие со взрослыми детьми, которыми больше 30-40 лет. Если есть еще только в проекте дети, тоже подойдет, ну, вы уже мудрость обретаете в процессе. И там именно была дана техника нейтрализация программ поколений во время беременности, родов, во время зачатия и даже до. То есть мы входили в память, стирали вот эти негативные моменты, переделывали их и выходили в новое. Поэтому если вам интересен этот курс, то вот этот пакет. И только для участников будилки это работа и деньги, нейтрализация программ и формирование событий. Это только для участников будилки. И для будилки клуб. В клубе у нас есть ограничения, в клубе только 100 человек будет. И поэтому... Вот кто успеет, тот успеет. Вот. Приветствую, кстати, новых участников клуба. Вчера тоже зашли в клуб новые участники. Так, друзья, есть еще вопросы какие-то по пакетам? Курс про мамочек, как называется? Так и называется «Мамочки», он в пакете «Мудрость». Зашла посылка, которую прислали, а цена другая. Не может быть цены другие. Это у нас один единственный официальный сайт, переход.так.ру, цены там все одинаковые. Друзья, и есть еще возможность отдельно марафоны, каждый марафон отдельно приобрести. Каждый марафон тоже идет со скидкой 50%. Вот их несколько марафонов. И тоже только вот 2 дня на них скидка. Успевайте. Так, давайте.
У кого есть родители, можно на мамочке? Можно всем на самом деле. Это вы уже как сами решите. Так, историю, которую я хотела в самом начале рассказать про дорогу. Вы, если были на прошлом эфире, наверное, помните про соблюдение знаков скоростных. Когда Лена рассказывала про знаки, там если 40 ограничения, то нужно ехать 40, если вы не едете 40, там уровни сознания, да, определялись. И вот девушка мне сегодня пишет голосовое, с которой мы общаемся, с которым мы занимаемся. И она говорит, представляешь, я всегда ездила 40 километров, там, если знак 40, 60, если знак 60. Мне все говорят, что ты тащишься очень медленно, но она говорит, я вот так вот езжу, я соблюдаю правила. И она рассказывает, что поехала в аэропорт, и обычно дорога до аэропорта занимает 50 минут примерно. Если прям будешь очень-очень-очень торопиться, нарушая все знаки, ты будешь ехать 47 минут. Но если в пробке будешь стоять, то будешь там больше часа ехать и так далее. Но вот если вот прям ты будешь нарушать и с большой-большой скоростью, то вот 47 минут дорога занимает. И она мне рассказывает, представляешь, я, говорит, вчера после эфира поехала за мужем в аэропорт, соблюдала все знаки, памятуя о том, что Лена рассказала про вот эти уровни сознания, про знаки, и, говорит, ехала 20, если было 20, ехала 40, если было 40. Я приехала в аэропорт и посмотрела на время своего прибытия, и оно составляло, сколько вы бы думали, 45 минут. То есть она приехала даже быстрее, чем если бы по самому быстрому доезжать. То есть вот так сжимается время, вот так оно трансформируется, вот так это все получается каким-то невероятным образом, ты не можешь себе представить. Так, расскажите, пожалуйста, о клубе, что это? Так, сейчас расскажу. Заходила в отдельный марафон «Мамочки», так называется. Да, «Мамочки» — это не марафон, это в курсах он. «Мамочки» — это курс, это большой был курс с эфирами в Зуме, с домашними заданиями. Там прям было много и подробно всех, очень много заданий именно по прописыванию программ. То есть негативные, позитивные программы заменялись, и плюс на эфирах было постоянное раскрытие. Там, кстати, еще была очень мощная медитация, Лена давала на именно зарождение жизни. То есть вы проходили все этапы своего рождения и рождения своих детей. Так, сейчас. Скажите, пожалуйста, подробнее о клубе, что это? Что такое клуб? Клубная система — это те, кто уже прошел будилку. Участники будилки могут туда зайти. Что из себя представляет клуб? Сообщество. У нас есть отдельный чат, где Лена непосредственно отвечает на вопросы. Я отвечаю на вопросы. У нас есть клубные встречи, пока это только онлайн-встречи, где мы собираемся, время обговариваем и просто встречаемся вот так в зуме, в личную, попить чай, попить кофе. Какие преимущества есть у клуба? Клуб получает скидки минус 20% еще на все мероприятия переходов так. Потом мы планируем встречаться вживую, куда-то ездить вместе, какие-то мероприятия проводить, какие-то поездки. Плюс осенью планируется эксклюзивно для клуба курс построения реальностей. Для них это будет бесплатно. Клуб это на один год, участие на один год. Что еще? Мы планируем еще осенью. Сейчас лето, поэтому там все в отпусках и так далее. Лену отпускаем тоже в отпуска. Меня хотелось бы тоже отпустить. В отпуск. Вот. А осенью вот начнется. Мы хотели там поиграть в Лилу. Это трансформационная такая игра. И я однажды играла с Леной в эту игру.
Может быть, кто-то тоже пробовал. И Лена невероятно все это раскладывает. То есть вот Лила просто так, если играть, то достаточно непонятная игра, там много таких непонятных формулировок каких-то. А когда Лена их раскрывает, ты на своей жизни видишь вот этот весь процесс, весь этот узор, всю эту игру красок, и ты можешь понять, куда и в каком направлении тебе двигаться. Вот это мы планируем делать в клубе. Запись будет, ставлю. Этот курс один можно купить отдельно? Можно, но это про мамочки вы спрашиваете. Можно купить отдельно, но сейчас на него скидка именно в пакете. Отдельно на него скидки нет, поэтому более выгодная цена – это цена пакета. Да, у меня также, только если гоняю, то еще плачу штрафы, пытаюсь стать невидимой. Не получается. Слушайте, про невидимость на дорогах, это тоже интересная история. Мы вот с этой же девушкой тоже обсуждали дороги. Она говорит: представляешь, меня никогда гаишники не останавливают. Только дважды остановились, один раз что-то поздравить с праздником, и другой раз что-то типа того, пожелать счастливой дороги. И у меня, кстати, такая же история получается, что я однажды себе прописала, что я прозрачна на дороге для товарищей с палочками, хотя их люблю, с полосатыми. Вот, и меня тоже не останавливают на дороге. Вообще. И даже, слушайте, у меня даже штрафы на меня не приходят. У меня был один такой случай смешной. Все мои штрафы, если они есть, а их практически нет, я сейчас расскажу про два моих штрафа, они приходят моему мужу. Вот последний штраф пришел, у меня муж говорит: тебе штраф пришел. Я говорю: да? Какой? Какой на меня может прийти штраф? Ну, представляете? Ну, какой на меня может прийти штраф? Я говорю: а в каком месте, какое время? Он мне показывает место и время, я говорю: так я дома была в это время. Я не могла не быть где-то, если я была дома в это время. И мы начинаем вспоминать, и оказывается, что именно в это время у меня мой муж ездил на моей машине менять для меня колеса и заработал этот штраф. Было очень смешно, я говорю: ну это твой штраф. А первый штраф я получила, когда тоже мы ездили в поездку, по-моему, или в Суздаль, или в Плёс. И когда на меня пришел штраф, я такая смотрю: о, так это не мой штраф, это папин. То есть папа был за рулем моей машины. Вот, так что папа заработал штраф. Так. Онлайн-платформы позволяют же себе и отдыхать, и работать. Я про ваш отпуск. Да, да вообще позволяют, не вопрос. Только онлайн-платформы также позволяют очень много работать и днем, и ночью. Вот. И даже в отпуске все время получается работать. Вот сейчас готовлю себе замов, помощников и с удовольствием пойду отдыхать. Так, благодарю, Мариночка, благодарю, мои хорошие. Значит, я буду водить машину и обязательно куплю и буду ездить на машине. Да, обязательно. Так, благодарю за комплименты, которые... Да, смешно про штрафы. Друзья, ну задайте мне какой-нибудь вопрос. А другие водители видят про прозрачности на дороге. При прозрачности на дороге. А вот тут именно, видите, четкость формулировки. Другие водители видят, потому что я прозрачна только для людей с полосатыми палочками, а другие видят. Обязательно. Если бы меня не видели, было бы странно, да? Так, я листаю вверх, чтобы какие-то вопросы от вас увидеть. Ну все, друзья, я вас благодарю за... эфир. Сколько время? 10 минут у меня есть. Могу еще что-нибудь вам рассказать приятненькое. Про отпуск. Да, кстати, отпуск должен быть полноценный. Я действительно тоже так считаю, потому что
в основном, когда я в отпуске, всегда я всегда вот с телефоном. И даже когда у меня сейчас тоже девочка админ в отпуске на море находится, она тоже ходит и с телефоном, и с интернетом, и так далее. То есть онлайн-платформы позволяют действительно иметь все, что ты хочешь. То есть ты можешь жить в разных странах. И, кстати, удаленка сейчас, да, которая у многих сейчас, она тоже позволяет быть более свободным. Мариночка, вы даете консультации? Слушайте, нет, я не даю консультации. У нас были давным-давно еще... Лена давала консультации, но это было года 3 назад, наверное. А потом мы отменили эту практику консультирования, и вот ведем только курсы, прямые эфиры, пишем для вас посты, отвечаем для вас на вопросы. Консультации, вот я одну девочку оставила себе для консультации, потому что она у меня уже давно была, я ее вела, поэтому вот с ней и продолжаем периодически встречаться. И честно, я очень рада, какие у девушки результаты. Откуда столько времени и энергии у тебя на все? Сейчас расскажу. Как вы определяете, делать что-то или нет? Времени и энергии. Буквально вчера меня Лена насильно, чуть ли не смирительной рубашки отправляла в субботу и воскресенье отдохнуть без телефона. Я реально горю этим проектом, мне очень нравится все, что я делаю, переход в так, и мне просто тяжело оторвать от мыслей даже о проекте. То есть я, бывает, даже куда-то иду, у меня постоянно идут ко мне идеи, надо сделать это, надо сделать то, надо вот это еще написать, вот это добавить, вот это дополнить. У меня идут тексты в голову. Ну, представляете, просто я иду, а они у меня идут. То есть я как мозг, приемник, да? Я настроилась на нужный лад, и все, и он меня принимает. Я даже, бывает, что сяду написать текст, а он мне не идет никак. Но в процессе какой-то ходьбы, да, в процессе какого-то делания у меня может прийти текст. Я уже изловчилась, я ношу с собой телефон и записываю, если у меня идет текст, я просто сижу и набираю, либо быстро набираю, в зависимости от того, как текст идет, либо я его наговариваю на телефон. Про энергию, времени. Вы знаете, я когда-то определилась, что я хочу быть всем и вся, да, то есть я хочу быть хорошей женой, хорошей хозяйкой, для меня хорошей, не по сравнению с кем-то, а то, что устраивало бы для меня, какие параметры, да, я для себя выбираю, мамой, хочу заниматься детьми своими, хочу заниматься своим проектом, отпуск, да, опять же свой, свободное время. Я никогда не могла работать в графиках. То есть я работала в них, но я не могла. Я бунтовала постоянно от этих графиков. То есть у меня были периоды, когда я, допустим, училась в аспирантуре, и там я работала, получала... Кстати, в аспирантуре я получала хорошие деньги за проекты. Я просто кайфовала от свободного времени, от того, что я могу, допустим, ночью выполнять проекты, а днем я могу поехать и полежать на пляже. И сейчас примерно та же самая история происходит. То есть я могу целый день провести с детьми на пляже, а ночью поработать, к примеру. И вот мне кайфово от этого, от этой свободы. Как вы определяете, делать что-то или нет? Я всегда по чувствам определяю. Ну, на самом деле, раньше как у меня было? Я хотела все и сразу, 350 дел в один момент. И если что-то не получалось, то у меня было ощущение цейтнота, ощущение того, что я не успеваю. Возможно, это знакомо многим здесь, что не успеваешь что-то делать, да? Постоянно не хватает времени. Дайте мне плюсики, если у вас так, и минусы, если не так. То есть ощущение, что
ты не успеваешь. Ты запланировал 350 дел, сделал 340 дел, 10 ты не успел, и ты не успеваешь, и у тебя ощущение, что тебе не хватает времени. Но если посмотреть все на этом под другим углом, ты запланировал 350 дел, ты сделал 150 дел, и ты себя хвалишь. Ой, я супер молодец. Я сделал столько дел, сколько мне сегодня по моим силам было сделать. Как время сложилось, как обстоятельства, как, опять же, вот этот узор Вселенной, да, закрутился. И ты себя похвалил за то, что ты и с детьми провел время, и там сделал кучу-кучу всего по каким-то работам, даже дом успел убраться в офисе, да, я смеюсь, что я в офисе убираюсь дома, потому что я дома работаю. Вот. Ты себя похвалил, сказал: «О, я супер молодец!» И у тебя появилась от этой похвалы самого себя еще больше сил и энергии сделать остальные 150 дел в следующий день. То есть, понимаете, да, разницу? 340 дел переделал, выжатый, остался без сил, себя загнобил, что ты что-то не сделал. Или ты сделал 150, ты порхаешь, ты радуешься. Завтра ты остальные доделаешь 200, и тебе будет кайфово от этого. Благодарю за волшебный эфир, очень тепло и с любовью. Я тоже благодарю вас. Спасибо вам большое, приятно вас слушать. Так, потеряла дома кольцо, как найти? Как найти кольцо? Слушайте, я часто бывает, что что-то теряю. Но кольцо это другое, конечно, немножко. Кольцо могло просто спать с пальца и упасть, да, куда-то. Но вообще вам надо посидеть просто в спокойной обстановке и подумать такую мысль. Я нахожу свое кольцо в очень неожиданном месте для себя и очень этому радуюсь. Примерно вот такая должна быть формулировка, то есть и прочувствуйте, как вы нашли это кольцо. У меня именно помогает, когда я вот сяду, что-то подумаю, и я быстро это нахожу. Почему я что-то теряю, да, к примеру, я вообще очень собранная и концентрированная, внимательная, но я часто живу на два дома. У нас дом есть в Подмосковье, и дом есть в Переславле. И поэтому, когда я из одного дома в другой переезжаю, у меня картинка меняется, восприятие меняется. Я когда возвращаюсь вот в прежний дом, я могу что-то потерять, как будто у меня смена реальности. Но быстро нахожу вот именно таким методом. Скажите, как реагировать или абстрагироваться на негатив мужа? Дети тоже реагируют на это. Ой, негатив мужа, это часто задаваемый у нас вопрос. Посмотрите на, если вы на будилке, вы уже знаете, как на него реагировать, надо его просто переписать. Это программы, которые вам показывает ваш муж. Возможно, не только муж, но еще кто-то, да? Если вы не на будилке, а по вашему вопросу я уже вижу, что вы не на будилке. Попробуйте услышать, что муж говорит вам, на что он негативит, и вот это изменить. Вот все, кто видит вот этот вот негатив мужа и не на будилке, даже если вы на будилке, вам будет в помощь марафон про мудрость. Я женщина, я мудрость. Там третье задание, просто поэтапно делайте, вы увидите изменения. Вы увидите. Вы не то, что измените реакцию, да, на негатив мужа, а вы увидите, как муж перестал негативить. Вот сейчас, пока идет скидка, вот кто вот этот вопрос задал, я вам очень рекомендую вот этот марафон пройти. Так, пример про экологию отношений. Примеров, да, смотрите, экология отношений в переходе в так, это вообще ключевая штука. То есть это
база практически, на чем строится переход в так. Есть пункт 1, да, который мы задаем, и он реализуется. Но пункт 1 обязательно должен быть с соблюдением экологии отношений. Экология отношений, когда мы в своих мыслях и даже помыслах не подразумеваем в исполнении задуманного, в своих желаниях, в своих требованиях кого-то другого, другого человека. Неважно, это муж, дети, соседи и так далее. Как только вы начинаете задействовать в своих помыслах, что кто-то вам что-то должен, правительство даже, Бог вам, если что-то должен, да, лужи, что у вас не так на дороге растеклись, да, если вы начинаете кого-то задействовать, вы нарушаете экологию отношений, и вы получаете обратку. Вы не понимаете, почему ваши желания не исполняются, вы не понимаете, почему у вас дома негативит. Это все идет от этого. Пример соблюдения экологии отношений, когда вы чисто либо договариваетесь, либо чисто без использования других загадываете какие-то свои желания. На своем примере я самый яркий пример у меня, когда у меня вообще просто вот так вот открылся канал на экологию отношений. Вы, наверное, каждый должны прожить свой опыт, чтобы это понять, да? То есть можно на слова говорить много раз, но как только вы один раз попробуйте, это у вас получится, вы поймете, что это такое. Итак, пример мой. Я когда рассказывала этот уже пример, когда хотела дом, я почему-то подразумевала, что мне кто-то его должен дать, а в частности муж, конкретно он должен заработать на этот дом, должен, мужчина должен зарабатывать, мужчина должен то, мужчина должен все, знакомо, да? Муж мне все должен. И как только я просто чисто загадала, просто хочу дом, без помысла, что кто-то мне должен что-то дать, у меня сразу очень быстро закрутилось, и все пошло в реализацию. Вот это пример экологии отношений. У нас вчера наш отпуск опубликовали, а так хочется на теплое опубликовали. Хочется на теплое море. Но если хочется, значит будет. Будет. Так, Мариночка, я хочу проработать родовые программы. Очень надо. Что посоветуете пройти? Вы можете посмотреть, у нас есть вебинары по родовым программам, да? Самый был мощный курс, это сейчас он закончился буквально, получается, на этой неделе во вторник был последний эфир. Раскрытие программ «Роды и поколений». Кто был на эфире моей книги, это был очень мощный курс, один из самых вот раскрывающих всю суть. Это был вот этот курс по именно по роду и по поколениям. Но это курс только после будилки. То есть будилка, она сама по себе нейтрализует вот эти программы и роды, и поколений. То есть, если хотите прям мощно все проработать от и до, это будилка. И хозяин жизни тоже туда же. Так, Мариночка правильно написала. Меня радует, я сама, как только я проснулась, я улыбаюсь. Ну, можно и так, да. Я радуюсь тому, что я проснулась. Вот так лучше. И с утра я улыбаюсь тому факту, что меня ждет новый день, меня ждет прекрасный новый день, потому что каждый день он единственный, каждый день он дается один раз, и это момент. Вот. И просто надо с утра улыбаться каждому новому дню. Слушайте, анекдот сейчас вспомнила. Про завтра, да, вы знаете, да, что завтра никогда не наступит. Мужчина написал себе записку, анекдот уже пошел, мужчина написал себе записку, завтра я сажусь на диету, и приклеил на зеркало. Подходит на следующий день, читает эту записку, завтра я сажусь на диету. Ой, как хорошо, что сегодня, а не завтра. Поэтому каждому новому дню обязательно улыбайтесь.
Так, про результат. Получается, все переопределения в конце. Я должна видеть результат для себя. Да, для себя и без учета других людей, что кто-то вам это сделает и кто-то будет в вашем результате. Почему после прохождения будилки иногда натыкаешься на какие-то препятствия, которые раньше не появлялись в жизни? Смотрите, тут есть несколько вариантов. Во-первых, эти препятствия могли бы появиться в вашей жизни и без будилки. Но сейчас у вас есть мощнейший инструмент, и вы знаете, как эти все препятствия обойти с пользой для себя и выйти победителем из любых ситуаций. То есть любое препятствие, это, знаете, как раскрытие ворота раскрывает в лучшее. То есть переведите эти все штуки с помощью будилки вот в раскрытие ворот. И второй момент, бывает, что программы проверяют вас, а вы точно так решили. И бывают какие-то такие проверочки, которым вам надо пройти и щелкнуть вот эту программу в моменте. Вот два аспекта. Так, спасибо за теплую встречу. Как раз ищу работу, а вы говорите себе помощников. Ура, у меня все получится. У вас все получится, но не привязывайтесь именно ко мне, потому что вот, кстати, про экологию отношений. То есть, если вы будете привязываться в помыслах ко мне, да, что я ищу помощников. Я, кстати, вы готовите помощников. Да, я их готовлю, которые у меня уже есть. Я не ищу новых помощников. Вот. Если вы будете привязываться ко мне, вы будете нарушать экологию отношений, и у вас, собственно, ничего не получится. Но если вы загадаете себе работу своей мечты, то вы можете попасть ко мне. Вполне себе возможно. Вот, кстати, как работает экология отношений. Не обидится ли Вселенная, если я получаю желаемое, но больше этого не хочу? Нет, не обидится. Вселенная ни на что не обижается. Вселенная просто, как джин, исполняет ваши желания. То есть хотите, знаете, пожалуйста. Не хотите, ну ладно, заказывайте другое. Так. Как отключить людей, которые мешают тебе сделать то, что ты задумала на сегодняшний день? Ну, эти люди, если вам мешают, да, и вклиниваются ваши какие-то планы, это вам сигнализирует о нарушении экологии с вашей стороны. Посмотрите, вот просто шире на это, да, где-то вы тоже мешаете кому-то другому что-то сделать или нарушаете экологию в своих мыслях. Если вы это измените, переформулируете, у вас эти люди отключатся автоматически. Друзья, у нас время эфира. Что делать с сидраткой, с какой-то... Так. А как писать радости про семью, детей, мужа, чтобы не нарушать экологию отношений? Я понимаю, что хочется очень и детей, и мужа написать. Но давайте вот в этих радостях, вот которые, вот это задание, да, просто радости, вы напишите для себя только. Только для себя. Попробуйте это сделать. Я сама такая. Я сама безумно люблю своих родителей. Я очень люблю своих детей, я мужа люблю, да, и у меня нет меня в отрыве от них. Я себя не предполагаю, да, так, но загадываю я желания для себя. И когда я становлюсь сама наполнена, да, то же самое чашечка утром, да, для меня это радость. Я радуюсь, и это отражается и на детях, и на муже. Они находятся со мной в этой радости и в этом поле находятся. У них могут быть свои желания там, да, но мы очень мирно все взаимодействуем. Так, что делать? Переопределение.
Если вы тетрадка про марафон говорите, ну, сохраните себе, будете смотреть про переопределение. Если вы говорите про радости, тоже сохраните пока. Все, что вы пишете позитивного, вы сохраняете для себя. Это будет как маячок. Вы можете возвращаться назад, посмотреть, о, у меня эти желания сбылись, эти радости я испытала, поставить плюсики. Сколько дней писать 100 радостей? Можно за один раз? Можно. Можно за один раз. А можете написать дозированно. То есть сегодня чуть-чуть пописали, вечером пописали. Но не растягивайте больше, чем на 3 дня. Доступ к марафонам. К марафону сколько будет? Смотрите, там некоторые... Ну, год у вас точно есть. Вот так будем говорить. Год у вас точно есть. Так. А почему люди встречают мошенников? Хороший вопрос. Мы на него много раз, по-моему, отвечали где-то на эфирах и так далее. Люди встречают мошенников по двум причинам. Либо у них в мыслях нет честности, либо они осуждают, очень осуждают за то, что люди мошенники. Вот два варианта. Поэтому они встречают. Но в большинстве случаев это первый вариант, когда в мыслях нет честности. А на самом деле мы все с вами очень честные люди и так считаем, но когда начинаем раскручивать свои помыслы, мы иногда не замечаем моменты, когда мы являемся нечестными, прежде всего по отношению к себе. У меня был пост про честность, по-моему, и я писала, что какие-то моменты, допустим, что я скрывала от мужа, например, сколько стоит там моя новая покупка, да, зачем скрывала, сама не знала, но это тоже момент, когда ты, ну, такой не кристально честный, не жульничаешь немножко, да, и вот эти все такие мелкие штучки, все такие мелкие жульничества, это идут не от человека. Я могу вам сказать, вы вообще уникальность. Это какая-то программа работает, которая заставляет вот вас какие-то мысли иметь нечестные по отношению прежде всего к самому себе. Вот, поэтому и встречаются мошенники. Так, друзья, есть еще вопросы? Так, муж. Ну, у нас уже время. Давайте на последний отвечаю и все. Муж хочет взять кредит на строительство, но у него не получается. Как быть? Смотрите, загадайте просто, ну, кто это строительство хочет делать, да? Это муж хочет делать эту стройку. Это ему нужно для бизнеса. Или вы хотите дом себе построить? Если у него не получается кредит взять, да, то и не надо. Просто придут свои свободные деньги. Лучше на это сместить внимание. Не на кредит, не на получение, а сместить внимание на что-то лучшее. Мы, например, раньше брали кредиты, но у меня муж бизнесмен, и он прекрасно понимал, что если он сейчас возьмет кредит и построит на него дом, для сдачи, для бизнеса, то он будет получать прибыль с этого бизнеса, отдавать с этого дома кредит, и еще у него останется. То есть это расчет. И тогда у него получается взятие кредита, все ему прекрасно дается. Но один раз, я помню, у нас не получилось. Он хотел тоже на бизнес взять кредит, и он даже меня там задействовал в своей истории. Я не сильно хотела брать этот кредит. Но мы подали заявку, и нам отказали. И мы потом такие радостные были спустя какое-то время. Мы тогда не расстроились, что нам отказали. Хотя у меня была тогда очень приличная зарплата, и муж, и пешник. То есть было вообще непонятно, почему нам отказали. Но спустя время мы поняли, что это было к лучшему. Нам не нужен был тот кредит. Нам не нужно было то, на что мы хотели брать кредит. Поэтому, опять же,
Вселенной свои планы. Благодарю Мариночку, Леночку и Мишу, всю команду Будилки. Очень-очень благодарна и счастлива, и рада, что вы есть в моей жизни. Все, я тоже вас благодарю очень. С вами было приятно пообщаться в прямом эфире. За своими подарками напишите нам, пожалуйста, в директ. И мы вам ответим. Обязательно, я просто задумалась на девушку, которая рассылает книжки сейчас в отпуске, поэтому через месяц будут вам подарочки. Я еще раз говорю, что вы можете поменять книги, которые выбрали печатную версию, на любой марафон из нашего списка по желанию. Можете взять электронную книгу, можете взять аудиокнигу. Все, благодарю вас.